Вот они, динозавры. Это сейчас гулять по Палахинскому парку совершенно безопасно. А миллионов 60-80 лет тому назад здесь ходить совершенно не рекомендовалось, так как можно было повстречать не очень дружелюбных существ, которые себя бы и съели, и раздавили, и даже бы не обратили на это внимания. Тогда на месте Калхидского леса было море, вдоль берегов которого в поисках пищи ходили гигантские доисторические животные. Сейчас от динозавров остались только следы. Причем самое интересное, что здесь есть следы и травоядных гигантов, и хищников. Подтверждение тому разница в слоях этого известняка. Причем травоядные динозавры и хищники друг с другом никогда не встречались, так как разница во времени составляет 60 миллионов лет. А теперь мы можем свободно смотреть на их следы. А вот мы параллельно еще и снимаем. Причем двумя камерами.